После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Слышишь, колокол? Вот мы на них, небось, страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы их. Или еще что. Спускаемся. Ух ты, здорово. Слышал? Проверишь, что там? Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Смотри, опора ЛЭП. Для снайпера места лучше не найти. Идем туда. Артём, заяц!
Купаться тебе, значит, не придется. Местные, видимо, в основном по реке передвигаются. Артём, ну, я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь. Как устроюсь, вызову. Похоже, тебя заметили. Артём, смотри, на колокольне женщина какая-то, тряпкой машет. Проверь. В церкви вижу народ, но охраны нет, похоже, мирная. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? Мир тебе, добрый человек. Святой отец Силантий как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к свету истины. Только оружие не доставай. Народ у нас мирный, не стоит их пугать. Ну, добро пожаловать. Электричеством и прочими соблазнами дьявольскими и даруют спасение. Вы злые, злые, никого вы не спасаете. Нас всех убили, папу моего убили. Сюда, наверх. Спокойно, братья, спокойно. Запер супостат! Никуда не деться ему! Скоро здесь будут наши воины-подвижники! Скорее! Скоро свершится суд правый над еретиком! И Катьку с отродьем пусть выпроводят заодно! Это еретиков свое колдовство вызывал! Да, на суд Божий уповаем! Вот это правильно! Суд Божий, суд скорый! Так не убоимся же пришлых, братья! Ибо все под Богом ходим, и кто через нашу заставу пройдет... О, вот этот дядя с паровоза! Он нас спасти пришел! Правда, Боже, я уже и не надеялась. Мы с дочкой тоже не отсюда. Силантий нас уже год в церкви держит. Да. Мостовики говорить с еретиками не станут. А я все-все расскажу. Артём, уж насмотрелась за год-то. Ох, техноборцы! Подручные Силантьевы явились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Уходите! Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артём, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщины очень поможем, не переживай. Все хуже дождется. Ну что? Где тут еретик этот? На лодке пришел. Аккурат проповедь была. А потом что? Да вот вроде тут было, а потом раз. Только никого его послал. И отец Силантий говорит. Артём, внутри прикрыть не смогу. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Но ты знаешь, выходи! Я знаю.
исповедаться надо, привещится дрянь всякая. Артём, молодчина. Ниндзя ты мой. Обнять бы тебя сейчас. Но надо Катю и Настю на Аврору отвезти, так что увидимся там. Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Что было? Кит? Ух и здоровый, сволочь! Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. С оккупантами, я так понял, ты по-тихому управился. Молитвами и крестным знамением? Аня уже рассказала про сектантов. А может, поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Да где там? Почему, если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот Мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету сжить хочет. Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы, и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди и в бинокль гляди. Хотя тут есть возможности сувениров домой привезти. Глянь-ка, там самолет валяется. Мне только оставь там чего на память, а то мне тут сидеть еще. Креветки еще достают эти. Договориться бы с самым этим, чтобы слопало. Как там Маугли с животными говорил, а?
вот и Артём. Вернулся. Да, живой! Спасибо вам за сведения. Но я хотел бы задать вам еще один вопрос. Да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? А? Простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна, да и только. А, понял. Артём, подойди-ка. Артём, спасибо вам. Зайди после бати ко мне. Тут тебя подарок дожидается. Артём, молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. В порту скрывается некий крест. Механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. А теперь мы точно знаем, что мост в работоспособном состоянии. Они по нему сюда год назад перебрались. Но хоть что-то знаем. Потому что в целом только запуталось все сильнее. А, оккупантов именно здесь может и вовсе не быть. Они наверняка держат только ключевые районы. А, в любом случае, добравшись до Ямантау, мы узнаем все. Из источника высочайшего уровня. Руководство Москвы — это так, местное самоуправление, по сути. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее преодолеть этот проклятый мост. Как тебе рюкзак-то? Не трет нигде, не давит? Крепления не бренчат? А у меня тут для тебя подарок. Тихарь, помнишь? Пневматика. Но мощи хоть отбавляй. И пули к нему легче легкого делать. Хоть на коленке. Главное, давление в баллоне держи. А то не выстрел получится, пшик. В остальном, безотказная штука. Уж я постарался. Так что, носи с честью. Ну и не забывай ко мне заглядывать периодически. У меня тут еще есть кое-какие идеи, как его улучшить.